Говорит Лондон. Вы слушаете BBC. Последние полчаса мы посвящаем программе популярной музыки, которую подготовил для вас Всеволод Новгородцев. Добрый вечер, друзья! Наша сегодняшняя программа посвящена вашим письмам и заявкам, а пришло их подходящее количество. Говорят, что бодливой корове Бог рог не дает, и, по-видимому, я и есть та самая тихая, небодливая корова, у которой рога все же растут. С детства я без энтузиазма относился к письмам, бандеролям и прочему, писать не любил. Увлекался сценой, искусством, потом музыкой. И вот теперь эта самая любовь к музыке привела к тому, что я целыми днями пишу письма и пакую вам, уважаемые бояре, бандероли с пластинками. Говорю же сие не сочувствия ради, но справедливости для. Итак, пришло от вас 32 телеграммы с правильными ответами. К сожалению, больше половины, 18, без обратных адресов. Пластинки группы Юроахип отправлены в Саранск, Свердловск, Нижний Тагил, в Ленинград, на Фонтанку и почтовое отделение 6. В Оренбург, в Тольятти и в Москву, Николаю, на почтовый ящик. В Харьков и Таллин улетели пластинки Аббы, в Москву на проезд Стратонавтов послана пластинка группы Блонди, а на Волоколамский проезд альбом группы Dire Straits. И, наконец, в Ленинград на бульвар Новаторов альбом Дэвид Боуи, а на улицу Карпинского плакат группы Status Quo. Во! I was a young boy, stomping in the
Это была группа Foreigner и песня Love Has Taken Its Toll, «Любовь взяла свое», которую мы проиграли для Андрея из Курска. Вот что он пишет. «Здравствуй, товарищ Новгородцев. Послушал я твой очередной концерт и решил порадовать тебя своей весточкой. Ну, что тебе написать? Молодец ты, работаешь хорошо. За такую работу и прибавку к жалованию можно просить у начальства или, на худой конец, премию. Ты не робей, сходи к начальству, вот мое письмо покажи». Пошел я к начальству, Андрей, показал. Вот, говорю, дельную вещь парень предлагает. Смеется начальство, заливается, отшучивается по серьезному вопросу. Мой любимый певец, пишет Андрей, это, конечно, несравненный Род Стюарт. Ты уж там постарайся, посвяти ему концертик. Разве он этого не стоит? Ты посмотри на него хорошенько. Интересно, кстати, он блондин или крашеный? Блондин он, блондин Андрюша, ну и подкрашен слегка, конечно. Мы же не можем ждать милости от природы, как говорится. Итак, тебе послан 6 июня альбом твоего любимца Рода Стюарта, и, как ты просил, разные разноцветные рекламы радиоаппаратуры, они отосланы 13 июня. Ты спрашиваешь также мой день рождения. День рождения у меня 9 июля. А вот еще два письма от девушек. Юлия из Нововоронежа пишет. Политикой я не интересуюсь, в то время как музыка, попа и рока будут все мои страстные и жгучие чувства. Особенно нравится Юлии Клифф Ричард. Письмо Лены С. из Ленинграда также посвящено Клиффу Ричарду, но письмо это скорее личное, и зачитывать его я не буду. Итак, мы связались с менеджером Клиффа Ричарда. Сам Клифф занят, он практически не выходит из студии, заканчивает очередной альбом. После этого он собирается стать на время звукорежиссером и помочь одному молодому певцу записать пластинку. А 1 октября он уезжает на гастроли по Европе. Ведутся также переговоры о поездке в Советский Союз, но они в самой начальной стадии, и о результатах пока говорить рано. Итак, девушки, для вас... If you should tell me that I'll always be the one you'll always love so true, then I can tell you I could easily, I could easily fall in love with you. It wasn't long ago I saw you there, thought I knew that given half a chance I'd easily, I could easily fall in love with you. I've been too long on my own somewhere now, I've been too long by myself, I couldn't feel more lonesome now if I was left on the shelf. Don't ever change the smile that you're smiling now, and please don't let me see you blue. Been too long on my own somehow, I've been too long all by myself, I couldn't feel more lonesome now if I was left on the shelf. Don't ever change that smile you're smiling now, and please don't let me see you blue. Then I can tell you oh so easily, I could easily fall in love with you. Oh, 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 oh.
Это была песня «Я легко бы влюбился в тебя» в исполнении Клифф Ричарда, которую мы проиграли для Лены С. из Ленинграда и Юлии из Нововоронежа. Ей, кстати, 6 июня отослана пластинка Аббы. Вот письмо из Киева, пишут Владимир и Евгений. После ответа на конкурс в письме идут такие строки. Кстати, ответы на два ваших предыдущих конкурса мы тоже выслали в виде писем и телеграмм, но из ваших уст не слышали о них ни слова. Никак не поймешь, в чем тут дело. Может быть, вы поможете объяснить, особенно если принять во внимание ваше заверение об отличной работе Международной почты. Нужно заметить, что ответы на вторую викторину мы послали в двух экземплярах, отнюдь не в корыстных целях, а для большей надежности. Однако выходит, что и этого оказалось мало. Два друга заканчивают письмо такими словами. «Другой бы на нашем месте опустил бы руки, а мы нет. Недаром ведь говорится, смелого пуля боится, и еще кто смел, тот и съел. Добавлю от себя тут же еще пару поговорок. Кто хочет, тот добьется, и кто весел, тот смеется. Я послал вам, ребята, не только пластинку «Абба» в ответ на ваше письмо от 22 мая, но и еще две пластинки «Юрая Хип» и «Bee Gees». Таким образом, восстановлена не только справедливость, но и, что самое главное, честное имя Международной почты. Гип-гип! Ура! Вот письмо от Игоря из города Кобрина, что в Брестской области. Здравствуй, Всеволод. Политических передач вашей станции, в которых несется в эфир всякая ложь о Советском Союзе и других социалистических странах, в которых рисуется райская жизнь в Англии, США и да во всем капиталистическом мире, и скрываются многочисленные пороки и недостатки вашего общества, я никогда не слушаю. Да и я бы, Игорь, таких передач слушать не стал бы ни за что. Зато концерты популярной музыки слушаю почти постоянно и считаю, что вам следовало бы увеличить число музыкальных программ за счет политических. И здесь я, Игорь, с тобой вполне согласен. Исполните, пишет в конце письма Игорь, для меня где-нибудь в сентябре три песни групп Slade, Uriah Heep и Abba. Во-первых, Игорь, тебе послана 6 июня пластинка Аббы, так что на досуге сам послушаешь. А во-вторых, зачем до осени откладывать? Для тебя и всей Брестской области поет группа Slade. You
была группа Slade и песня «Потому что я люблю тебя», которую мы проигрывали для Игоря из города Кобрина и всех любителей группы Slade. Вот письмо от другого Игоря из города Сафоново, что в Смоленской области. Он пишет: «У нас ребята играют на гитарах, но вещи, которые они исполняют, очень старые. Вышли, если сможешь, слова и ноты песен группы Village People, в особенности In the Navy, если можно их фотографию, а также и группы Three Degrees. Я спрашивал в двух или трех магазинах, но как назло все старые сборники Village People, группы деревенских ребят, распродали, а новых пока не поступило. Есть, значит, все же перебои со снабжением и при капитализме. Послал я тебе, однако, Игорь, фотографии Элтона Джона, Кейт Буш и Клифф Ричарда. Лучше уж, чем совсем ничего. Как обычно, обстоятельное письмо прислал ленинградец Сергей Борисов. Он пишет: «Вот уж поистине вы разошлись». Это я о наградах. «Спасибо за пластинку Bee Gees, которую ты мне послал 15 мая. Весьма сомневаюсь, что получу ее, но буду надеяться, и как получу, сразу же сообщу, ведь эксперимент». Вот, пожалуйста, еще один скептик, сомневающийся в надежности международной почты. По просьбе Сергея включена песня «Don't make my brown eyes blue», то есть «Не заставляй грустнеть мои карие глаза» в исполнении певицы Crystal Gayle. Don't know where I've been so blue, don't know what's come over you. You found someone, and don't it make my brown eyes blue. I'll be fine when you're gone, I'll just cry all night long. Say it is untrue, and don't it make my brown eyes blue. Tell me no secrets, tell me some lies. Give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me, and don't let me cry. Say anything. Goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I do. And don't it make my brown eyes? Don't it make my brown eyes? Это была песня «Don't make my brown eyes blue», «Не заставляй грустнеть мои карие глаза», которую мы проиграли для Сергея Борисова из Ленинграда. Из села Степка, что на Тернопольщине, пишет мне Василий. «Для меня исполни, прокрути такую вещь, Господь с тобой, Джордж Харрисон, и какую-нибудь послебитловскую вещь Джона Леннона. Да, Ванька Леннон – моя любимая знаменитость». Что ж, Вася, исполняем твою просьбу. Что же касается ответа на викторину, то он неверный, так что не обессудь. Однако послал тебе три фотографии: Кейт Буш, Кики Ди и Клифф Ричард. Итак, Джордж Харрисон и песня «My Sweet Lord», «Дорогой мой Господь». Thank you.
была песня «My Sweet Lord», «Дорогой мой Господь» в исполнении Джорджа Харрисона, которую мы проиграли для Василия из села Степка. Вот письмо из Уфы. «Здравствуй, Сеня». «Сева». «Сева» — это Всеволод, а «Сеня» — это Семен. «Мы трое друзей Урал, Коля, Сергей, живем в одном доме и вместе работаем, увлекаемся современной рок-музыкой. Наши любимые группы — это Deep Purple, Pink Floyd, Sweet и другие. Нам нравится, как ведешь свои передачи, с большим чувством юмора, да больно они короткие. Должен сказать вам, ребята, что в феврале этого года поп-программы были перенесены на полночь по московскому времени в пятницу, и вместо 22 минут я получил полчаса в эфире, что уже неплохо. Наша администрация всегда старается идти навстречу пожеланиям как трудящихся, так и тунеядцев. Так что пишите. Для вас, Урал, Сергей, Коля, поет группа Pink Floyd. Это была песня «Свиньи» в исполнении группы Pink Floyd, которую мы проигрывали для трех друзей из Уфы. Песня выбрана без всякого умысла и название намека не содержит. Вам, ребята, причитается пластинка «Аббы», но адрес вы указали не полностью, и высылать альбом я пока подожду. Время наше подходит к концу, поэтому мне придется двигаться, так сказать, легким скоком. Сергей Козлов из Ленинградской области спрашивает расписание наших передач. Пожалуйста, ежедневно в 16 часов, 17.45, 19.45, 22 и 23 часа по московскому времени. Тебе, Сергей, послана пластинка «Аббы». Альбом «Аббы» послан также Виктору в Красноярск, в Москву на улицу Павки Корчагина и еще один в Москву, в Ясенево, 7-й микрорайон. В город Ухту, Коми ССР, послан плакат группы «Статус-кво», а в Литовскую ССР два плаката.
в Вильнюс группы Led Zeppelin, а в Радвилишкис группы Bee Gees. Итак, оставляю вас с очередной загадкой. Ваши письма, телеграммы, телексы или записки с голубями должны быть отправлены до 12 июня, включительно наш адрес Всеволод Новгородцев, Post Office Box 76, Лондон, повторяю, Всеволод Новгородцев, Post Office Box 76, остаюсь ваш покорный слуга.